А тем, кто в силу возраста или состояния на улицу выйти не способен, доставляют триколор прямо на дом. Несколько минут на подготовку и вперед оказывать посильную, как ее называют сами волонтеры, помощь людям. Сегодня, 12 июня, в День России, волонтеры приезжают на адрес заявителя с патриотическими ленточками на груди. Ну, а здесь эмблема. Артем Нинашев в волонтерстве чувствует себя уверенно. Говорит, привезти продукты пожилым людям или помочь добраться до больницы для него труда не составляет. За время существования акции «Мы вместе» в волонтерский центр поступило около 3000 звонков. В День России активисты поздравляют самарцев и привозят на дом небольшой подарок. Мы хотели вам передать символ нашего государства, флаг российский триколор и две вот таких вот небольших ленточки для того, чтобы вы могли их повесить в праздник и, соответственно... Спасибо большое. Татьяна Муравьева одна из тех, кто обратился за помощью к волонтерам. Говорит, еще совсем недавно не верила, что в людях осталась доброта. Но когда обратилась за помощью, немедленно ее получила. Активисты помогли встретить из больницы и довести до дома пожилого супруга женщины. Давно уже никакой помощи так вот реальной не получала. И поэтому, когда я обратилась, я думала, это все несерьезно. А получилось так, что и встретили, и проводили, и довезли. Это неоценимая помощь. Чтобы получить помощь волонтеров, пожилые и маломобильные граждане могут обращаться по номеру телефона, указанному на экране. Мария Левина, «События».